Кентрантус или валериана красная – эффектный многолетник, одно из достоинств которого – неприхотливость. Хотя кентрантус и относится к подсемейству валерьяновых, он, в отличие от своей всеми известной родственницы, лекарственными свойствами не обладает. Зато он очень красив в саду, высота растения до 80 см, ширина куста до 60 см. Цветет кентрантус продолжительно, в течение всего лета. Валериана красная любит свет и тепло, открытые солнечные участки или как минимум прямые солнечные лучи в первой половине дня – обязательное условие для обильного цветения. Засухоустойчивое, выносливое и неприхотливое растение, не поражается вредителями, болезнями, не нуждается в подкормках. Размножается делением куста, иногда дает самосев. На клумбе очень красиво смотрится на переднем плане шалфея карадона. Хороший компаньон для валерианы красной – лаванда злаки. У меня рядом с ней, помимо шалфея, растет проса прутевидная, бриза и колокольчик точечный черри беллс. Уже несколько лет я наблюдаю за этим растением, и оно однозначно заслуживает звания устойчивого, неприхотливого и очень декоративного многолетника для солнечных участков.